Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров вырастили похожих детей, фаны в недоумении. Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров всегда были в хороших личных и творческих взаимоотношениях. Даже дети знаменитостей очень похожи между собой. Интересно, в чем секрет такой шутки природы? Плодотворное сотрудничество Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым породило в свое время множество слухов. Неудивительно, что в глазах общественности схожесть детей артистов только подтвердила догадки о более тесной связи звезд. Joinfo.ua предлагает сравнить фотографии Мартина Киркорова и Саши Стоцкой, чтобы вынести свой вердикт. Саша Стоцкая и Филипп и Мартин Киркоровы – одно лицо. Каждое появление на публике семилетнего сына Анастасии Стоцкой вызывает повышенный интерес. Александр, хоть и с более короткой стрижкой, все равно остается копией одновременно отца и сына Киркоровых. Филипп Бедросович в юном возрасте также отличался проникновенным взглядом и большими глазами. Схожести придают и темные, и слегка волнистые волосы. Мартин Киркоров вообще является точным повторением немного старшего Саши. Любопытно, что при всем при этом оба мальчика невероятно похожи на самого поп-короля российской эстрады в юности. Любопытное совпадение. Анастасия Стоцкая поначалу вовсе отрицала очевидное и называла феномен обычной случайностью, но позже сама стала удивляться такому явному совпадению. Тем более, что во время совместной работы рыжеволосая красавица была очарована Филиппом. Да и Киркоров в это же время переживал разрыв со своей супругой, Аллой Пугачевой. Скорее всего, такие домыслы не самым лучшим образом влияют на атмосферу в семье. Анастасия всегда тщательно скрывала свою личную жизнь, но в виде исключения один раз опубликовала фото супруга. Бизнесмен Сергей, хотя и имеет темные волосы, но с сыном не настолько похож, как пыталась доказать певица. Но раз Анастасия Стоцкая состоит в браке и никаких разбирательств не последовало, значит, в своем отсутствии супруг певицы не сомневается, решили многие поклонники певицы. А Филипп Киркоров и вовсе никак не реагирует на подобные слухи. Для звезды эстрады любой информационный повод подойдет для поднятия популярности.